Плитки казахстанского шоколада вручают вакцинируемым в Алматы в честь Дня госсимволов. Сладкие презенты получили более 500 горожан в торговых центрах мегаполиса. Сегодня праздничное настроение царит не только в прививочных пунктах. Город украшен огромным количеством флагов, которые алматинцы в знак уважения к госсимволам вывесили на балконах городских многоэтажек. Сегодня вакцинация в одном из крупных торговых центров города началась с исполнения государственного гимна. Продавцы, врачи и просто прохожие ровно в час дня оторвались от своих дел и, слушая гимн, дружно подпевали. Ну а каково было удивление посетителей ТРЦ, когда им начали бесплатно раздавать плитки казахстанского шоколада. Приятный сюрприз в праздничный день преподнесли работники Алмалинского районного акимата. Так совпало, что день вакцинации у меня пришелся на праздник госсимволов. Это, наверное, тоже некого рода патриотизм. Поставил отечественный препарат «Казвак». Смотрю, еще шоколадки раздают. Мелочь, но приятно. Но вакцина, я считаю, что это, ну, как бы уже давным-давно самый такой проверенный метод защиты. Мы с детства нас вакцинировали, мы своих детей вакцинировали, внучек своих сейчас вакцинировали. И раз появилась такая возможность, я сразу решила, что я буду вакцинироваться. Между тем, в мегаполисе темпы вакцинации только растут. Число защитивших себя от коронавируса достигло 311 тысяч человек. Для охвата большего количества людей в городе развернули 212 прививочных пунктов. И уже на следующей неделе там можно будет получить четвертый по счету препарат «Коронавак». Мы с 10 апреля 2021 года работаем уже без выходных, с 9 утра до 9 вечера. У нас в день 250-300 человек на данный момент получает вакцинацию. На данный момент у нас еще уже второй компонент присоединился. Люди, которые получили первый, они уже приходят на второй компонент. В прошлом году в Казахстане официально разрешили размещать флаг на зданиях и балконах для выражения своих патриотических чувств. Новый закон многим алматинцам пришелся по душе. Ведь прежде за развешивание госсимволики можно было схлопотать многотысячный штраф. Вот так сегодня алматинцы открыто демонстрируют свою любовь к государственным символам. Голубое полотнище, которое находит отклик в сердцах каждого из нас, украшает балконы многоэтажек всех 8 районов города. Вот, например, дюжина голубых стягов украшает одну из гостиниц Медеуского района. Празднично оформлены десятки жилых домов в Пустандыкском и Наурызбайском районах. Мы всегда гордимся Казахстаном. Отдыхая за границей, всегда вывешиваем флаг, кстати, и я, и мой сын. Так что гордимся Казахстаном. Массовое проявление алматинцами патриотических чувств не может не радовать. Ведь история современного Казахстана начиналась в этом прекрасном городе, который неспроста называют «колыбелью независимости». Айнрафина Рикпаева, Медет Саматова, телеканал «Алматы».